Адам, допрошенный владыкой Иеговы, все на жену спихнуть хотел тотчас. У Евы же ответ за пазухой готовы. Так до сих пор и будет хитро отвечать. Змей не допрашивался ни к чему допрос. Он знал заранее, как досадить владыке. В молитву отче наш он капитально врос. Сбивая с толку, будет палкой тыкать. Груженный воз ошибок, оправданий, и в нашей жизни свет тот протаренный. Лишь во Христе уже иная панорама, раскиданы сучки и груды бревен. Не обвинение кого-то, что так влип в женитьбу лютую, замужество дурное, на бессоветие тупом предсмертный крик, в семье баталии все лучшее хоронят. Адам все так же гонит на жену волну. Весь кодекс уголовных преступлений, что жизнь испортила, хребет надето гну, своих грехов не видим, так и слепнем. Домашней церкви в данной эпопее гипотетически явь не может быть. Немногие на этот путь успеют, духовная под корень заедает быт. На скудоумие жены, приверженности бесам, какой каркас возвысится без Бога? В молитве ранней, не на диване кресле, вершина подвига ее хотя бы потрогать. Не сбросить груз на счета ратозейства, ударить в совесть, то есть струны нервов, для самооправдания не хранить лазейки. Как хорошо нам быть в тандеме этом первым. Есть три врага, не оправдай же их. Лукавый дьявол, грешный мир, я лично. У целомудренной души невесты есть жених, но чем же сердце личное напичкал? 23 августа 2010 года.